Криптовалюта Litecoin торгуется на уровне 68,12 и продолжает движение в рамках роста. Котировки LUT, AST движутся выше верхней границы облака Ичимока Кинкоухио. Это указывает на наличие бычьей тенденции. В рамках прогноза курса Litecoin на 10 сентября 2019 года ожидается тест верхней границы облака Ичимока Кинкоухио вблизи уровня 66,35. Откуда стоит ожидать отскок и попытку продолжения роста актива LUT, AST с целью выше уровня 75,85. Litecoin прогноз и аналитика LUT, AST на 10 сентября 2019 года дополнительным сигналом в пользу роста криптовалюты Litecoin выступит тест области поддержки. Вторым сигналом станет тест верхней границы нисходящего канала. Ранее был получен сигнал средней силы для покупок криптовалюты Litecoin. Сигнал сформировался за счет пересечения сигнальных линий на уровне 66,35. Ближайшая область сопротивления на графике криптовалюты располагается на уровне 72,65. Область поддержки по LUT, AST располагается. Полный текст читайте на сайте cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео.